Существует такой экстравагантный способ улучшения обороны, как установка бойца в неудобном для врага положении. Я здесь использовал все возможные ресурсы понизить противнику точность таким образом, что у него она становится целых 2,7%. Также для большей эффективности можно кинуть на врагов ослепляющую волну. Основной эффект оказывает вот такая постановка укрытия именно диагональным методом, когда у нас сбоку одна стенка и два мешка с песком, а также бонус накидывает задымление. И при этом сам персонаж у нас находится в щите, который восстанавливается после каждого попадания. Косые, шо пипец. Попасть они в него толком не могут, а если и попадают, то щит успевает восстановить свою прочность до следующего выстрела. В этот момент ваши колонисты могут безопасно вести по врагу огонь с безопасной позиции. Только следите за прочностью стен и мешков, они имеют свойство ломаться.